Итак, ну что ж, отдохнули, и теперь можно идти далее. А впереди у нас, как видите, не очень простой путь. Да, нам придется вот так в полете, видимо, хвататься за эти штуки. Ну а кто сказал, что тайный город будет легко досягаем, да? Поэтому, конечно, нам приходится проходить вот такие вот испытания. Так, давай, прыгаем. Отлично. Ну что так кричать-то? Все нормально, Ларочка. Ладно. Давай, выдохни. Надо быть осторожнее. Да ладно тебе. О, ты глянь, я мог попасться. Я, ребят, как раз хотел прям здесь сразу. Оставаться нельзя. Так, давай, раскачиваемся. Еее. Надо побыстрее. Отлично. Тихо. Бросаем. Сейчас замечательно. Рухнет. Так, вот сюда. Оу, ес. Все, ребят, добрались. Фух. Повезло. Да. Так, ныряние. Чтобы нырнуть. Окей. Отлично. Так, что у нас тут? Какие-нибудь хищники есть? Вон там, может быть, кстати. Хотя нет. Там нифига, ребят, не будет. В общем, давайте на всплытие. Нам под водой делать нечего. Отлично. Ну, когда мы с вами там уже доберемся до этого тайного города? Так, вот тут, кстати, что-то может быть. Там у нас есть ценный ресурс, ребят. Давайте ныряем. Где-то здесь, да. Это у нас нефрит, который очень ценится у местных торговцев. Так, хорошо, хоть здесь у нас нет вот этих пираний. Ненавистных. А вот и тайный город. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Ну это так, на всякий случай. А то вдруг. Ух, как неплохо, да? Черный порох используется для создания самодельной взрывчатки. Просто так туда не пройти. Эй! Кто ты? Я помогу тебе. Уходи! Тебе здесь не место! Я знаю, тебе больно, но... Спасибо. Уэнди! Кто ты? Зачем ты явилась? Я исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее.
Ты не просто мой сын, ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти, жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли. Добудь ей одежду. Учу. Останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо. Вас зовут? А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Эцли, я жду от тебя донесения. Да, мама. Сегодня утром было кое-что. Да? Я видел, как Хакан спорил с соседом. Мне показалось, что он очень зол. Когда я подошел, они вдруг замолчали. А потом стали смеяться, как будто услышали шутку. Он что-то задумал. Ты молодец. Спасибо. Эй. Ребята, это, конечно, замечательно, но куда мы с вами идем сейчас? Как видишь,
У нас в Пайтите тайны недолго остаются тайнами. Если ты отклонишься от плана... Это быстро вскроется. Я поняла. Она поможет мне найти кое-что, что я потеряла. Можешь об этом не беспокоиться. Так, ребят, позвольте. Отец был разведчиком, он был охотником. Если хочешь, иногда и грозным. Сейчас, секундочку, меню артефактов. Традиционный ножной плуг, который до сих пор используют жители Ант. Даже за пределами Пайтити. Иногда проще, значит лучше. Новые методы ведения сельского хозяйства, которые применила секта Кукулькана, привели лишь к гибели урожая. Сначала погибли пчелы, затем погиб урожай какао. Земля слишком пострадала, сейчас на ней может расти только маис, и даже у него чахлые стебли. Мы должны что-то сделать, иначе Пайтити ждет страшный голод. Ты оказываешь нам... Давайте догонять. Привет, Куали. Кто ты? Так, найден заказчик задания. Это он взял. Хватит, Таки. Потерял кубики? Ладно, только не надо врать. Секта удвоила охрану. Почему? Это из-за бурь. Что охранник сделает против бури? Потом объясню. Ну так чё, пришли, нет? Куда идём-то? Красота. Привет. На рынке есть все, что захочешь. Эцли, я уверена, она повидала уже много рынков. Открытых? Да. Но наш самый лучший. Уже не... Так, ладно, ребят. Мне надо подойти вот сюда. Нужно обратиться к торговцу. Поторгуем? Прошу, у меня едва хватит, чтобы воздать дань. Дань? Кому? Септику Кулькана, конечно же. Берут половину выручки с базарного дня. Но если решат, что я надул их... Я поняла. Спасибо, Ишик. Теперь поторгуем? Так давай. Итак, что можно приобрести? Лук. Накидка шести небес. Ребят, что-то не очень. Золотые слитки. Давайте максимально продаем. Это очень разумная покупка. А, нефрит. На 2000 продаем. Я одобряю твой выбор. Бесшумные стрелы. Ну, в принципе, неплохой вариант. Но, ребят, я что-то не обращал внимания, что мои стрелы прям сильно шумят. Так, защищает от выстрелов. Сапоги Канту. Спасибо тебе. Ну, пока это все. Так, может быть, здесь что-нибудь? Так, с тобой просто пообщаться, да? Просто общаться я, наверное, пока не хочу. Я хочу как-нибудь более полезно провести свое время здесь. Так. Там, наверное, ничего интересного. Здесь у нас мясо. Короче, ребят. А, подожди, вот еще. Я тебя не узнала. Что ты здесь делаешь? Откуда у тебя эта туника? Это подарок. От Унурату. О, ты гостья королевы? Я не хотела тебя обидеть. Прошу, прости меня. Все хорошо, не волнуйся. Чем я могу помочь? Ну, так давай посмотрим. Так, купить. Можно купить ранец. Это небольшая сумка из кожи, которая позволяет нести с собой больше ресурсов. Боги нам благоволят. Это нам подойдет. Вещь-мешок. Большая защищенная сумка. Позволяет нести с собой значительно больше ресурсов. Это нам тоже подойдет. Так, далее. Улучшение ножа. Ну почему этого нет? Этого мало. А, у нас не хватает, да? Блин, ладно, будем копить. Я буду тебя ждать. Спасибо. Так, ну а теперь мы с вами пойдем к нашим новым друзьям.
Хакан! Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Я знаю его. Это доктор Домингес. Узрите! Орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан, но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Иона, можешь говорить? Доктор Домингес родился в Пайтити. Тринити появились в Пайтити еще в 17 веке. Бывший глава Верховного Совета Гуальтьера де Лука Домингес, итальянский кардинал, увидел большой потенциал в мальчике и воспитал его как родного сына, чтобы тот стал его преемником. Он быстро поднимался по карьерной лестнице и стал главой Верховного Совета. Ага, мы с Учи разбили лагерь, все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Ребят, опять нас торопят. Да, правильно идем. В верном направлении. Так, ну и не будем с вами, по правде говоря, сильно торопиться, потому что... Так, мне вот интересно, он... Да, по-моему, пофигу ему.
Так, найден монолит. Ну, это, конечно, круто, но мы с вами не сможем, да, расшифровать его. Или, подожди, можем. Не могу понять, что да, это не может. Ну что ж, будем работать с вами над этим моментом. Так, музыка. Ребят, посмотрите, как он кайфует, как ему хорошо. Я ему прям завидую. Так, вот это что у нас? Ёлки-палки. Это же трупы. Я офигею с них. Говорят, что Патолли — одна из самых древних игр Америки. В нее играют самые разные люди. Известно, что за один раунд этой игры люди могли проиграть все свое имущество — одеяло, драгоценные камни, дома и даже свободу. Вот это азарт, что проиграть дом и даже свою свободу. Так, поговорим с ней. Сегодня тут людно. Кукулькан обещал нам процветание, но многие делают и свои подношения. О, да. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Тогда пойдем. Этим как раз и займемся. Я считаю, что Унурату и ее мятежники — верные дети Пайтити. И не только я так думаю. Просто только у меня хватает смелости сказать это вслух. Грядет очищение. И именно семья Унурату должна принести Кукулькана в жертву, чтобы вернуть солнце, и никак иначе. Но за такие слова можно поплатиться жизнью. Понятно, почему люди молчат. А, ребят, так нам надо еще и сменить одежду, потому что нас и так обнаружат. Поэтому давайте поменяем внешний вид. Так. Пускай будет вот такой вариант, да? Такая накидочка. Все, а теперь можем с вами идти.